Устал заходить в лайт-версии с ее ограниченным функционалом и с урезанными возможностями? Ведь здесь нет ни мастер-лиги, ни стань легендой. Тут даже нельзя сохранить свою команду и пользоваться режимом свободной тренировки. Выход есть. А поподробнее? Абсолютно легальный способ, как разблокировать все режимы в вашей лайт-версии. Ну абсолютно бесплатно. Что для этого нужно? Скачать архив, ссылку на которого я оставлю в описании. Также он есть в нашей группе ВКонтакте. Он называется PS2021 Fix Full Version 1.0.5.0 Bypass. Затем вам нужно его распаковать, выделить все файлы и вырезать их. Далее перемещайте их замены в папку с игрой. Чтобы узнать, где находится ваша PS-ка, кликните по иконке в Steam правой кнопкой, затем локальные файлы и обзор. Вуаля, все режимы доступны, теперь вы можете тренить вашей командой свободной тренировки. Спасибо за просмотр, у нас есть другие полезные видео. Не поленись и посмотри, если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и, конечно же, донать.